столице Кабардино-Балкарии с рассветом возобновилась спецоперация. В одном из частных домов Нальчика укрылся вооруженный боевик, причастный к организации терактов. В эти минуты идет бой. Как передает информагентство, в городе с раннего утра слышны стрельба и взрывы. Бандит отказывается сдаваться. Накануне он лишь согласился выпустить свою мать, которая также пыталась уговорить его сложить оружие. Квартал оцеплен спецназом, МВД и ФСБ. Люди из соседних зданий эвакуированы.